Воинской части 55-11 Национальной гвардии в течение 3 дней проходила практическая подготовка начальников отделений и заместителей командиров батальона по социальной работе из городов Усть-Каменогорск, Курчатов, Павлодар и Семей. Главной целью данных сборов является обмен опытом и повышение профессионального уровня офицеров в воспитательной работе. Главное командование Национальной гвардии уделяет большое внимание профессиональной и методической подготовке военнослужащих. В практической подготовке приняли участие начальники отделений по воспитательной и социальной работе, а также заместители командиров батальонов. Военная практическая подготовка проходила в течение 3 дней. На специально оборудованной учебной площадке войсковой части 55-11 солдаты Национальной гвардии показали профессиональную подготовку. Какие работы должны проводиться сейчас? Какие действия следует предпринять в том или ином случае? Для того, чтобы помочь командирам объяснить все это, какие действия должны выполнять их заместители, мы приняли участие в данных 3-дневных сборах. Во время практической подготовки военнослужащие поделились опытом обучения и воспитания военнослужащих Национальной гвардии, взаимодействия между офицерским составом и повседневной деятельностью. Особое внимание было уделено качеству проведения занятий с личным составом по боевой подготовке. Сегодня в рядах Национальной гвардии в Семее с честью выполняют свой долг перед Отечеством около 400 солдат. Сейчас в нашей воинской части свой гражданский долг исполняет около 400 солдат. Половина из них охраняет общественный порядок, другая половина стоит на охране исправительных учреждений. Наша главная задача – помочь каждому солдату с честью исполнить свой боевой долг и отправить их домой настоящими мужчинами. Офицеры во время 3-дневных занятий сдавали зачеты по физической подготовке, знанию государственного языка и должностных обязанностей. Сборы завершились торжественным собранием. Здесь были награждены солдаты, которые отличились во время учений. Проходит мероприятие, посвященное отличникам военной службы батальона оперативного назначения войсковой части 55-11. На данное мероприятие были приглашены артисты театра имени Абая, а также семьи военнослужащих. Мероприятие продолжилось концертной программой. Напомним, воинская часть 55-11 не раз становилась лучшей среди всех воинских частей регионального командования ШГС. Работа данной части направлена на охрану исправительных учреждений и обеспечение безопасности жителей города в ночное время суток. Бахытгуль Казес, Илья Сабитулла, телеканал «Семей».